Так, луна. Луна, 25 октября 2020 год, Харьков, 17:45 по Киеву. Перевели сегодня часы назад. И уже абсолютно темно. Не было, не, ух ты какой, в окуляр вижу, в кратере, еще два кратера, очень классно, на линии терминатора. Давненько я снимал. Погодка нас совершенно не радовала. Безоблачными деньками опять сюда полетела. Сейчас попробую резкость. Лучше не получится, все-таки слишком. Облачно. Дымка. Дымка. Ну, по крайней мере, я вижу Луну, я вижу Юпитер, Сатурн, вижу Марс. И на том спасибо. Да, лучше резкость не получится сделать, просто потому как небо нечистое. Прям соскучился за Луной. Ветерок поднимается. Так, снимает это не телескоп, а фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Ладно, пошли попробуем поймать опускающийся за горизонт Юпитер с Сатурном. Они становятся все ближе и ближе с каждым днем. На небосводе относительно друг друга и в декабре сольются для наблюдателя в одну звезду. Так, это сейчас настройки светочувствительности. Такие, что спутников мы не увидим, а может быть увидим полосы на Юпитере. Вот это он. Сейчас попробую резкость поиграться. Не. Делаю только хуже, да? Так, все, отошел от камеры.
Ну, едва-едва полосы видны. В окуляр-то я даже и спутник вижу. Сейчас справа от Юпитера Европа. Его Каллисто, а Ганимед спрятан как раз за Юпитером. Да, мутненько. Ну, что поделаешь. Пошли посмотрим, попробуем Сатурн поймать. Хотя шансов мало, конечно, на следующем дубле, наверное. Слишком он тусклый. А, вот я что-то вижу. Да, и это Сатурн. Сатурн спутать ни с чем невозможно. Кольца выдают его с головой. Как раз параллельно Земле. Кольца Сатурна, эллипсы. На экране вижу хорошо в окуляре, четкое кольца вижу и прорезь между ними. Почему-то, когда смотришь на экране, слишком тусклый Сатурн, его практически незаметно. Ладно, пошли к Марсу, а потом поснимаем при других настройках. До Юпитера 784 миллиона километров. Да. Сейчас. Да. Сатурна 1,5 миллиарда километров. До Луны 394 тысячи километров. А Марс удаляется от нас. Был он 13 октября. Противостояние 62 миллиона километров от Земли был, а теперь уже 66. Ух, какой ветер, нехорошо. Да, ну не вижу никаких ледников. Слишком большая контрастность темного неба. Хотя, по-моему, белое пятнышко внизу присутствует. Быстро как поднимается. Попробую резкость. И, наверное, это лучшее, что есть. Все, ничего не трогаю, просто смотрю, как взбирается над горизонтом. Да, я вижу ледник. Внизу белое пятно. В окуляр видно. Но вряд ли это будет видно на экране. Хорошо, поехали еще раз к Луне. До Марса уже говорили, до 66 миллионов километров. До Луны рукой подать. Сейчас слетаем на Луну и начнем следующий день.
дико тепло. В пятницу ездил на работу. В субботу ездил на работу вчера. В шортах, шлепках. Вот такой у нас 25 октября. Сейчас на линию терминатора опять наведусь. И вот эту красотию. Пускай она вылезает. Колоритный этот кратер сегодня хорошо его освещает именно. В нижнем левом углу видно, как тень падает хорошо на кратеры, сдвоенные внутри еще. Так, хорошо. 25 октября 2020 год, Харьков, 17:56 по Киеву, в Харькове.